Если ночью вы плохо спали, меньше 7 часов, то днем вы точно переедите, особенно сладкого. Это связано с тем, что гормон мелатонин начинает выработку где-то с 7 часов вечера и достигает пика в период с 11 до часа ночи. Антагонист этому гормону мелатонину – гормон стресса, кортизол, который начинает работу с часа ночи. И если вы не легли спать до часа ночи, мелатонин снижается, а в противовес ему повышается кортизол. А это значит, что мелатонин не сможет восстановить уровень гормона лептина, отвечающего за чувство насыщения. Видите взаимосвязь? Пересмотрели ли вы отношение ко сну? Еще функция мелатонина – снижать уровень кортизола. Если вовремя спать лечь, то замедляется процесс старения, усиливается иммунитет и улучшается функция ЖКТ. Ох, я так напряжена, не могу понять, где у меня камера. Хочется смотреть сюда, но камера здесь. Я так напряженно на нее смотрю, чтобы вы поняли, что я смотрю.